И снова здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я играю на акустической гитаре каверы классических рок-композиций. Сегодня вернемся в далекие уже 50-е годы. Дуэт братьев Эверли. Братья родились в 30-е годы. Отец их был очень приличным гитаристом. И поняв, что его сыновья хорошо поют, отец потихонечку создал свое собственное шоу. Тем более, что очень скоро он получил работу на радиостанции, и, в общем-то, у музыкальной семьи получились отличные шансы для продвижения на аудиорынок. Волна огромной популярности пришла к братьям в конце 50-х годов. Начали они выступать в 56-м году. И 58-59 годы стали пиком их популярности. Братья обладали удивительным, неповторимым стилем. И критики сошлись во мнении, что практически все исполнители, которые пытались как-то копировать манеру братьев Эверли, все эти попытки потерпели фиаско. Сейчас прозвучит кавер мелодии, которая появилась в 1958 году. Эта мелодия называется «Long Time Gone». Thank you.